Протяните, пожалуйста, дочь 5 запрещающего. Погромко объявила ДСП Степутенко. Остановочку подскажу. Да, дочь 5 запрещающего. Протягиваем. Объявлено ответчиком судебной машины. Верно, выполняйте. Подождите. Минуту подождите. Машинист Вершинин, и протяните, когда остановитесь, я буду тепловоз с вагонами на вас забирать. Так, на 5-м пути протянули, да, машине с вершины? Все угодно, все, можно остановиться. На 5-м остановочка, тепловоз с вагонами заезжает. Основное, значит? Понятно, в основное, как скажете, туда и поедете.